Друзья, в продажу поступит Toyota Actis 2006 года на бензиновом моторе 1.3 мощностью 87 лошадиных сил на автоматической коробке передач на переднем приводе. Автомобиль в неплохой комплектации. Автомобиля стоят нестандартные диски. Также в автомобиле стоит резина-липучка. Повторители на зеркалах. Автомобиль в родном окрасе, оригинальный ПТС с родным пробегом. Также в автомобиле имеется 4 электростеклоподъемника, центральный замок, блокировка стекол. Также имеется электрорегулировка зеркал, складывание зеркал. Также установлена штатная аудиосистема. Управление печки отопителя, кондиционер, подогрев заднего стекла. Также имеются подстаканники. Также имеется корректор фар. Для задних пассажиров имеются подстаканники в дверях. Также есть подлокотник для удобства. Хороший ухоженный тканевый салон. Спереди лежат накидки. Автомобиль подготовлен технически на отличный.